У Solar Group и Совалмаш разные задачи. Solar Group – задача собрать средства, организовать сбор и передача средств для развития проекта. Совалмаш развивает проект и должен вывести его на запланированный показатель. Две разных задачи. И, соответственно, для решения каждой из этих задач нужны соответствующие специалисты и заточка этих специалистов. Плюс ко всему, вот сейчас, в этой ситуации, что сейчас деньги, они должны находиться в разных местах и в разных валютах. Если понятно, что если сейчас завести все деньги в Совалмаш, что произойдет? Рубли, а соотношение курса? Ничего хорошего. Точно ничего хорошего. А если держать доллар? А я же не могу здесь держать доллар. И твою дивизию уже в конце концов достали вы с вашей пирамидой. Вы вначале выучите, что такое пирамида. Это когда предыдущие получают деньги за счет последующих. Вот ты первый вошел, деньги получил за счет последующих. Это пирамида. Кто здесь предыдущий, кто последующий? Первый предыдущий – это Solar Group, последующий – Совалмаш. Это что, деньги выплачиваются вот в пирамиде, то смысл в чем? Она не стоит не на основании, а наоборот, вот так. Вот здесь один, а там много. И вот эти много идут сюда. А потом это все развалится. Здесь где-то геометрическое развитие, либо там экспоненциальное развитие. Ребята, ну, коллеги, уважаемые, ну, в конце концов, вы хоть выучите, что такое пирамида. И в чем разница? Пирамида не создает материальных объектов, не создает материальных ценностей. Нематериальных, в том числе, тоже не создает. Вы не путайте венчурное финансирование с пирамидой. Выучите основы. Потому что мы говорили уже экспертам, ну, вы не уподобляйтесь Соловьеву, который может судить обо всем и всем, разбрасывается терминами, определениями. Выучите, что такое пирамида. И что такое краудфандинг, краудинвестинг. Выучите. Если нет, давайте мы сделаем, что так как экспертное время, сядем и расскажем полностью по формам, видам всевозможных обществ, движений, средств, и как можно, где, что можно делать, и что такое партнерские программы. Вы каждый день участвуете в тех же партнерских программах, что и здесь. Тот же самый Сбербанк, тот же самый, ну, любой банк возьмите, те же самые ваши ОСАГО, там, вот эти, КАСКО и так далее. Это все то же самое, что и здесь. То же самое, что взаимоотношения Совалглоб и Совалмаш. Те же самые процессы, абсолютно то же самое. Та же самая страховая медицина. Все что угодно возьмите, она построена по этой схеме. Все это также продажи Орифлейма и прочее, они построены по одному принципу. Это что, вы хотите сказать, что Сбербанк – пирамида? Нет, она больше похожа на пирамиду. Нельзя говорить. Нельзя говорить, конечно. Или КАСКО – это пирамида. Там же тоже партнерская программа, все то же самое. Но они же вообще ничего не создают. Вообще. Вообще никак. И ведь денежные средства, которые выплачиваются при страховании автомобиля, будь то ОСАГО либо КАСКО, они ведь могут быть и не востребованы. Да.